Готовим новогоднюю елочку из имбирного печенья. Она эффектно будет смотреться на праздничном столе. Само печенье получается ароматным, пряным и сладким. Понравится и взрослым, и детям. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить елочку из имбирного печенья. В качестве украшения можно использовать кусочки шоколада, кондитерскую посыпку или орешки. Глазурь можно использовать готовую. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты. Подогрейте апельсиновый сок, добавьте в него все измельченные пряности и сахар, доведите до кипения и варите, пока сахар полностью не растворится. Перелейте смесь в большую миску, добавьте растительное масло. Просейте муку, какао-порошок и разрыхлитель в миску, замесите однородное тесто. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Скатайте тесто в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на пару часов. Подготовьте 4 трафарета или формочки в виде звездочек разного размера. Раскатайте тесто толщиной в 0,5 см на каждый размер, сделайте по 3 звездочки, а самого маленького на одну больше. Для украшения, выпекайте печенье 15-20 минут при температуре 180 градусов. Для глазури добавьте немного молока или воды, в сахарную пудру с крахмалом и размешайте, консистенция должна быть густой, вливайте жидкость постепенно. На тарелку выложите печенье самого большого размера, в центр нанесите глазурь. Выложите сверху следующее печенье, по принципу от большого к самому маленькому. Продолжайте, пока не закончится печенье, дайте глазури застыть и окрепнуть. Украсьте елочку оставшейся глазурью и кондитерской посыпкой. Елочка из имбирного печенья готова. Жду ваших лайков и комментариев. Продукты и их количество, далее. Мука 1 стакан, сок апельсиновый, 4 стакана, сахар тростниковый, 1/2 стакана, масло растительное, 4 стакана, разрыхлитель, 1/2 чайных ложки, какао-порошок, 1 чайная ложка, имбирь молотый, 1/4 чайных ложки, корица, 1/2 чайных ложки, гвоздика, 1/4 чайных ложки, кардамон, 1/4 чайных ложки, душистый перец, 1/4 чайных ложки, сахарная пудра, 50 грамм, крахмал картофельный, 5 грамм, молоко, по вкусу, или вода, количество порций, 4. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Я рада гостям.